Его звали Васёка. Васёка имел 24 года от роду, 1,85 рост, большой утиный нос и невозможный характер. Он был очень странный парень, Васёка. С работы он всегда шагал быстро, длинный, нескладный, размахивал руками. Он совсем не уставал в кузнице. Дома он наскоро ужинал, уходил в горницу и не выходил оттуда до самого утра. Вырезал из дерева стеньку разина. Работа продвигалась туго. Васёка аж с лица осунулся, не спал ночами. Когда делалось, он часами не разгибался над верстаком, все строгал, строгал, швыркал носом и приговаривал тихонечко: «Сожри на кичу». А когда не делалось, он сидел, закинув сцепленные руки за голову, час сидел, два, смотрел на звезды и думал про стеньку. Приходил Вадим Захарыч, учитель-пенсионер, живший по соседству. Спрашивал: «Василий Горч дома?» «Иди, Захарыч!» — кричал Васёка, накрывал работу тряпкой и встречал старика. «Здоровенькие булы!» — так здоровался Захарыч по-казацки. «Здорово, Захарыч!» Захарыч был одинок, тосковал без работы, в последнее время начал попивать. Васёка глубоко уважал старика. Захарыч косился на верстак. «Ну, не доделал еще?» «Не». «А показать можешь?» «Не». «Не доделал». «Нет?» «Правильно», — говорил Захарыч. «Ты, Васёка, мастер, большой мастер. Вот только не пей, это гроб, понял? Русский человек, он же талант свой может и не пожалеть. Вот где смолокур, дай». Васёка протягивал ему деревянного смолокура и сам ревнивыми глазами впивался в свое произведение. «Нет», — говорил Захарыч, — «он не про Ермака поет, он про долю свою поет. Ты даже не знаешь таких песен». И он вдруг неожиданно сильным и красивым голосом запевал: «Эх, воля моя, воля, воля вольная моя, воля сокол в поднебесье, воля милые края». У Васёки аж дух перехватывало от любви и горя. Он понимал Захарыча. Он любил свои родные края, горы свои, мать, Захарыча, всех людей. И любовь эта жгла и мучила, просилась из груди. Но не знал Васёка, что ж ему нужно сделать для людей, чтобы успокоиться. Обычно Захарыч засыпал тут же, в горнице, а Васёка уходил к стенке. День этот наступил. Однажды перед рассветом Васёка разбудил Захарыча. «Захарыч, иди, все, доделал я его!» И Захарыч вскочил, подошел к верстаку. И вот что было на верстаке. Стеньку застали врасплох. Ворвались ночью с бессовестными глазами и кинулись на атамана. Он было вскочил, бросился к стене, где висело оружие. Он любил людей, но он знал их. И он знал этих, которые ворвались. Он делил с ними и горе, и радость. Это были богатые казаки. Когда пришлось очень солоно, они решили выдать его. Они хотели жить. Стенька бросился к оружию, но споткнулся о персидский ковер и упал. Хотел было вскочить, но уже навалились, заламывали руки, негромко и страшно ругались. С превеликим трудом приподнялся было Степан, прилобанил одному другому, но чем-то тяжелым ударили его по голове. Рухнул на колени гордый атаман, и на глаза его пала скорбная тень. «Выбейте мне очи, чтобы я не видел вашего позора!» Глумились.
Топтали могучее тело, распинали совесть свою, били по глазам. Захарыч долго стоял над работой в осёке и проронил ни слова и молча вышел из горницы, но тотчас же вернулся. Я хотел выпить пойти, но не надо. Ну как, Захарыч? Это... Да никак! И Захарыч сел на лавку и заплакал горько и тихо. Как же ж они его, а? Как же они его, да за что ж они его, а? Гады такие, гады! Его слабое тело содрогалось от рыданий, и он закрыл лицо своими маленькими руками. Васёка мучительно сморщился, заморгал. Не надо, Захарыч! Да что не надо-то? Что не надо? Они ж дух из него вышибают! И Васёка тоже сел на табуретку и заплакал. Зло и обильно. Сидели. Чуть занималось утро. Слабый ветерок шевелил занавески на окнах. По поселку ударили третьи петухи.